Не уверена, что правильно говорю о грехах. Как говорить правильно? Правильно говорить, не затягивая. То есть грех желательно назвать одним словом. Если хотите, там можно как-то конкретизировать, но не очень подробно. То есть можно сказать, согрешил осуждением. Все, достаточно. Не надо рассказывать, что вот я там поехал на трамвае, потом мне наступили на ногу, потом я начал вот это думать, вот это. И в итоге вот можно одним словом сказать, а человек 2 минуты рассказывает свою историю в красках, эмоционально. Просто подумал про кого-то плохо. Или, ну, еще можно ситуации привести очень много. Но суть в том, что человек вместо того, чтобы быстро и по делу четко сказать, чем он согрешил, он начинает просто разговаривать, причем отвлекаясь на какие-то темы. Этого делать не нужно. Это затягивает исповедь, и она лучше от этого не становится. Самое главное в исповеди – это искреннее покаяние. Поэтому лучше накануне подумать о своих грехах, в чем вы хотите покаяться, что вам мешает жить, из-за чего вам сейчас некомфортно на душе, нету покоя. И вот в этом можете покаяться. Можно посмотреть в каком-нибудь пособии, там, в помощь кающемуся или еще какое-то, какие есть грехи вообще, чтобы посмотреть. Но не надо все выписывать. У нас есть ошибка, когда человек выписывает все грехи. Нет, надо посмотреть на те, которые нам действительно сейчас заметны, и они нам мешают. Ну, вот будет у вас в обуви маленький камушек. Вы его сразу почувствуете. Вы не сможете с ним ходить. Вам захочется от него избавиться. Вот так же и грех, который он действительно вы заметили, он будет вам настолько же мешать, что вы будете думать, когда же уже будет исповедь, и когда можно будет прийти к батюшке исповедоваться. Вот слава Богу, когда так. Бывает, люди мне сейчас звонят и говорят, батюшка, можно срочно прийти на исповедь. И люди, бывает, приходят, не ждут субботу, воскресенье, а в будние дни приходят исповедоваться. И у нас должно быть такое же ощущение от греха. Тогда будет чувство покаяния. Мы действительно перед Богом раскаиваемся и говорим, что больше делать этого не будем. И будет польза. И на следующий день, вот вечером проанализировали свою жизнь с последней исповеди. Можно написать на листочке свои грехи, чтобы что-то не забыть. А потом на исповеди желательно по памяти сказать свои грехи. И вы вспомните самые какие-то крупные, в которых вы хотите покаяться, вы их вспомните. А те, которые, может быть, вы еще не видите, они не будут для вас столь важны.